попылесосить водительскую сторону буквально полметра не хватает. А ближе уже не подъедешь, потому что ворота не откроешь. Приходится переноску разматывать. Птички поют. Решение вопроса найдено. Ответ для критиков. Зачем вагонку закрепил на саморезы, а не на скрытые гвозди? А как я ее смогу снять, если мне очень срочно надо будет? Вот так. Делаем замеры установки. 44, значит 45. Совмещение СССР с китайцами. Шайба размером подходит. Можно по старинке насверлить кучу отверстий, выбить и доработать напильником. У меня есть вариант поинтереснее. Входит, выходит, замечательно подходит. Проводок взял вот такой толстенький, 8 мм диаметр на 1,5 квадрата. Мне больше не надо, погнали подключать. Провод протянул, прорезал, доска будет его держать. Но есть еще одна задача. Ворота открываются, и нужно как-то этот вопрос решить, как я кабель протяну. На Алиэкспрессе нашел решение этой задачи. Вот такая гофра, все сделано из металла. Крепление очень простое. При открытии двери оно будет растягиваться, при складывании будет держать, чтобы не заживало кабель. Прикольная штука. А как вам вот такой замес? И в этой канавочке все пойдет наверх. Кривая, ну да и хрен с ней. Зато кабель здесь прячется. Это смешно, но подключение можно назвать только от техноманьяка. Этот паз идет сюда. Вон там он, фрезерованный паз идет. Потом в стену. И здесь выходит в розетку. Здесь трещина от рамы, от ворот. Ну и фиг с ней. Сейчас подключу к розетке. Да уж. Полностью ворота открыты. Здесь еще есть зазорчик. Закрываем. Вот как оно классно работает. Классная штука. Так оно все получилось. Оба. И все. Все подключено. И даже и не видно, что что-то изменилось. Трещина немного больше стала. Зато все подключено. Знаю, что спросят, что это. Это мотодомкрат. С
своем месте. Палка, чтобы не сжег ее просто так, подписано. Но самая главная причина создания — это для болгарки. Вот смотрите, включаем в розетку. Если мы будем в гараже что-то резать или чистить, будет куча пыли. Это все делаю, всегда делаю на улице. Выхожу. И мне не хватает. Это просто жесть. Вот можно оборудоваться вот здесь, кусочек вокруг, и все. И это проблема. Буквально метра не хватает. Постоянно начал доставать вот это вот. Оно меня уже просто достало. Я хотел сделать метровую переноску. Мне всегда не хватает метра. Я решил этот вопрос. Теперь мы приходим. Открываем. Раз, и все. Смотри, сколько есть. Можно делать теперь, что хочешь. Пили, стругай, фрезер подключай, пылесос. Что хочешь. Идеал. Сначала хотел вот здесь установить розетку. А потом подумал, зимой, чтобы не выпускать тепло, я прокладывал кабелек переноски вот так. Аккуратненько закрывал, чтобы его не перебить. Все вопросы отпали. Розеточка теперь вот здесь. Скажите, кто-то тут ночью будет у меня халявный свет использовать? Нет. У меня рубильник выключил, и света здесь нет. Сначала включал вот там. Потом где-то пойдешь, что-то на столе стоит. Хоп, разлил, перелил. Понял, что фигня. Сделал переноску вот здесь. Начал пользоваться. Да, удобно. Все, что делаешь вот здесь возле тисков, в этом районе, это идеально. Потом начал подключать вот эту переноску в эту розетку и тянуть на улицу, и ходить топтаться. Дошло дело, я сделал вообще беспроводная переноска. Ее не видно. Ее нет. Вышел на улицу, включил, сделал что тебе надо. Супер. IP44. И работай здесь, делай что хочешь. Место у тебя теперь 2 метра по кругу. Вот так получилось. Wi-Fi переноска. Я думаю, те, кто что-то делают, заценят вариант беспроводной переноски для гаража. Вариант рабочий для тем, кого не хватает 1-1.5 метра провода. Пожалуйста. На это все ссылки оставлю в описании на гофру и розетку. Я их себе 2 взял, вторую не знаю куда. Пускай пока полежит. На этом все. Добра, до новых встреч. Пока.